Петропавловские полицейские, патрулируя город в темное время суток, заметили по улице Гашека подозрительного мужчину, который наносил повреждения припаркованному автомобилю. У машины уже были разбиты зеркала заднего вида и сломаны ручки дверей. Видим, мужчина стоит, шатается. Увидел патрульную машину, попытался скрыться. После чего у него не получилось, данный мужчина был задержан. Также данное транспортное средство было осмотрено, где увидели большое повреждение. После чего на место была вызвана следственно-оперативная группа. Также была вызвана хозяйка данного транспортного средства. Правонарушителем оказался ранее судимый 28-летний житель города. Медицинское свидетельствование показало, что он находился в алкогольном опьянении. Жительница Петропавловска поблагодарила полицейских за оперативность. Хочу выразить огромную благодарность Головину Олегу и Борисову Артему, сотрудникам батальона дорожной службы, в том, что они оказались в нужный момент рядом, профессионально и грамотно задержали преступника, который повредил мое транспортное средство. За умышленное повреждение чужого имущества административный суд оштрафовал правонарушителя на 20 месячных расчетных показателей. Это чуть больше 73 тысяч тенге. Также его привлекли к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.